Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструмента. В этом видео посмотрим цену на ручной механический резак BXQZ40B для зачистки кабелей, кейс из магазина в AliExpress. Заходим на сайт поиск ручных электроинструментов по ссылке под этим видео, нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цена актуальна на 21 мая 2019 года. Стоимость данного гаджета $58.48 и доставка платная $17.26, платная в Россию. Общая стоимость будет 75 долларов и 74 цента. Вот такая стоимость будет общая для России. Но мы теперь еще смотрим стоимость доставки в другие регионы. С Россией все понятно. Так, смотрим. Беларусь. Ага, доставка платная $29.37. Ну, в Россию также платная была. Естественно, хочется, чтобы было бесплатно, но тем не менее. Все равно можно купить данный инструмент. Итак, Казахстан $22.21. И посмотрим еще Украину. $28.21. Ну вот такая стоимость доставок в другие регионы. То есть плюсуем $58.48 и получаем общую стоимость. Каждый регион свою. И вот обратите внимание на такие вкладки здесь. Скидки в России, скидки в Украине, скидки в Беларуси, скидки в Казахстане. Это явная экономия ваших денег. Так что заходите, смотрите. Как говорится, не стесняйтесь. Спрос не вдарит в нос. Посмотрите, не понравится, такое дело. А там хорошая вещь. Так что вы были на канале «Поиск ручных электроинструментов». Это действительно классный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструментов.